Приветик всем, снимаю видео о своих небольших покупках в Золотом Яблоке. Это, знаете, такая своеобразная подготовка к 23 июля. Это у нас семейный праздник, у мамы мужа день рождения, а у нас с мужем годовщина свадьбы. Мы всегда отмечаем этот день и любим его, и обожаем. И, в общем, я зашла в Золотое Яблоко купить для мамы мужа кое-какие мелкие приятности. Ну и про себя, конечно, не забыла. В общем, я неспроста сказала, что покупки небольшие, но почему-то денег я потратила много. Да, еще я заходила в Лаш. Тоже покажу. В общем, всего я потратила 31 тысячу рублей. Давайте смотреть на что. Начнем с Лаш. Зашла я вот за таким продуктом. Крем для кутикул, лимонная сенсация. Мама мужа обожает эту вещь, использует просто как крем для рук. Здесь очень маленький объем, 50 мл. Стоит сейчас эта штука 1300 рублей за 50 мл. А они меня уговаривали, ну, продавцы. В смысле, говорит, если продукт нравится, говорит, берите несколько штук. Я говорю, нет, говорю, вы меня не поймаете. Ну, это я, конечно, про себя подумала, что я имею в виду. Дело все в том, что у Лаш очень маленький срок хранения. Продукт, по-моему, годен всего лишь год. И все. И потом продукты действительно портятся. Поэтому покупать впрок Лаш – это так себе удовольствие. Это просто трата денег. Ну, эта штука быстро уйдет. А, в общем, я купила для мамы мужа. Вот она порадуется этой лимонной сенсацией. За что бы ухватиться. Новенький гель для душа марка Mixit. Парфюмированный гель для душа с экстрактами мяты, мелиссы и зеленого чая. Я думаю, что ей понравится. Она любит вот все такое вот зеленое, свежее. По-моему, 250 рублей он стоил. Честно говоря, я цены не помню. Я не знаю, куда я делаю чек. Поэтому цены буду называть просто, знаете, так вот, что называется, порядок и ничего более. Ее любимая тушь от Эвелин. Это Volumix Faberlast. 250 рублей. Бальзам для губ. Что я с мелочевки пошла, ну ладно. Бальзам для губ от Либродерм. Такой вроде бы брали. 169 он что ли стоит. Пойдем по возрастающей. Еще один тоник я взяла. Почему еще один? Просто тоник, успокаивающий для сухой чувствительной кожи. По-моему, 220 рублей. Мама мужу очень любит этот тоник. Я ее с ним познакомила, и она просто в полнейшем восторге. Поэтому я его купила, пускай, в общем, будет. Еще один гель для душа. Новая марка, я лично, для меня абсолютно новая. Правильная косметика. Гель для душа, хлопок и бергамот. Я послушала аромат из упаковки. Такое впечатление, что... Ну, в общем, пластик очень плотный, как стекло. Я не думаю, что это стекло. Но неважно. В общем, послушала... Там был тестер. Послушала аромат, мне очень понравился. Я думаю, это как раз то, что им надо. Она очень любит бергамот. Я надеюсь, что ее это порадует. По-моему, он стоил 420, что ли. Сыворотку я выбрала вот такую вот. От марки Icon Skin. Кажется, она стоила 900 рублей или 1000. 30 мл. С гиалуронкой. Антивозрастная линейка. А может быть и нет. В общем, что касается вот покупки ухода и вот этой сыворотки, и того, что я дальше покажу. У нас у женского нашего батальона, нашей семьи, такая, как это сказать, правило такое. Мы покупаем и пользуемся теми косметическими продуктами, с которыми нам комфортно, которые нам нравятся. И при этом мы совершенно не обращаем внимания... Для какого возраста они предназначены, там или еще что-то. Это все не важно. Главное, чтобы было хорошо и приятно. Поэтому вот купила эту сыворотку.
Мне кажется, она очень хорошая. У мамы мужа очень сухая кожа. Я все думала, чтобы ей купить для тела, решила попробовать марку CeraVe. Я, честно говоря, с ней не знакома. Увлажняющий лосьон для сухой и очень сухой кожи. Кажется, 1280 он стоил. Ну, как бы так. Умывалка. Для Рош-Позе. Сама ее обожаю. И маме мужу тоже нравится. Я решила ей купить. Думаю, пускай будет. По-моему, она стоила 1400. Как бы так. Одна из лучших умывалок, какие вообще только себе можно представить. От Кадалин такой вот наборчик. Крем для рук с розой и бальзам для губ. По-моему, 800 рублей. Эти продукты ей тоже знакомы, поэтому я думаю, что она порадуется. В очередной раз, в общем, попользоваться вот этими классными продуктами. Я имею в виду и крем, и, собственно говоря, как это называется там, и бальзам для губ. Наборчик от L'Occitane. Увидела вот такой вот симпатичный. В такой вот коробочке. Здесь 4 крема для рук. Как я понимаю, с вербеной, с миндалем, классический и сакура. И чуть побольше, 30 мл крем для ног. 1500 набор стоил. Вот такие сумочные варианты. Я думаю, что это всегда будет к месту. Как это сказать? В общем, я думаю, что ее порадует это дело. Набор купила от Пайо. Сейчас я покажу, как выглядит коробка. Вот так выглядит коробка. Это линейка Supreme Jeunesse. Наверное, так. В общем, здесь в наборе вот такая вот косметичка и два продукта. Дневной крем и крем вокруг глаз. Набор стоил 7200 или 7300, я не помню точно. Да, в общем, она очень любит марку Пайо. Я постоянно что-то от этой марки покупаю, она всегда бывает довольна. Я надеюсь, что вот эта парочка ей тоже очень понравится. Куда бы откинуть? Наверное, так. Там стоит. Еще один продукт от Пайо. Это крем для рук. 75 миллилитров. По-моему, он стоил 600 рублей. До кучи. Конечно, я не забыла про себя. Почему я сразу побежала? Как-то пробегая по золотому яблоку, я наткнулась на тестер крема с розой. Почему-то я думала, что это... Что? Почему-то я думала, что это Беленда. И я решила, что я обязательно куплю этот крем. Но пока я бегала по золотому яблоку, я обнаружила вот эту вот коробочку. Схватила ее. И только дома я поняла, что это Libre Derm. 1100. А я еще думала, почему 1100, когда должен стоить 980. Ну, так, на ценнике было. Ну, в общем, расстроилась, распечалилась. Ну, сейчас вот начала снимать ролик. Открыла банку. Вернее, упаковку. Ой, а куда же делась? Там была лопаточка такая вот для нанесения крема. Все как у взрослых. Ну, когда открыла банку, вот так она выглядит. Такая вот красивая крышка. Я поняла, что на самом-то деле я хотела этот крем и купила все правильно. А может быть, он также пахнет и по текстуре такой же, как от Libre Derm. Ой, от Беленды. В общем, в следующий раз, когда пойду в Золотое Яблоко, я все-таки еще раз подойду к стенду Беленда для того, чтобы выяснить, есть у них крем с розой
или нет. Если есть, то я куплю. Если нет, значит, я успокоюсь тем, что я купила крем от Либродерм. Опробую его, посмотрю, что это такое. И, конечно, с вами потом непременно поделюсь. Еще одна штучка от Кадали. Это крем для ног, для мамы мужа, соответственно. Я для себя показала, я крем купила. В общем-то, почти все остальное для нее. Крем для ног от Каталии нежно люблю и обожаю. И ей он тоже нравится. По-моему, он стоил 1400, если я ничего не путаю. И осталось совсем чуть-чуть. Вроде бы. Еще один крем от Пайо. Это уже линейка Розелифт с коллагеном. 50 миллилитров объем. По-моему, он стоил 3 300, 3 400. Я не помню, у него скидка была 50%. Тоже продукт знакомый, любимый. И, в общем, не помешает в хозяйстве. Крем для глаз я купила ей от Кадали. Стоил он около 5000. Объем 15 миллилитров, но стандартный для крема для глаз. У меня этот крем был, я показывала вам его раньше, он выпускался в шикарной упаковке с помпой. Теперь это обычный тюбик с крышечкой, только цена выше. Да, экономят даже на упаковке. Упаковка совершенно люксовая, как мне кажется. Но крем очень хороший, поэтому, в общем, как бы да, будет еще один крем для глаз. Почему бы нет? Ну и все думала, какой бы взять аромат. Потому что, в принципе, ароматов у нее хватает. Но, знаете, просто как сюрприз к дню рождения, новый аромат. Я остановила свой выбор на Идоль от Ланком в объеме 25 миллилитров, но чтобы ей в сумочку класть было удобно. Ну, понравится, не понравится, потом же можно купить флаконы побольше. А так просто на попробовать хорошо и маленький. Стоил он, по-моему, 3 900. 50, что ли. Ну, как бы так. И себе я купила две мелочи. Во-первых, очередной блеск для губ от Luxe Visage. В этот раз в оттенке 16. Наверное, я скоро все оттенки перепробую. Пока все, что пробую, мне все нравится. Наверное, это тоже будет хит. В общем, такой вот замечательный. Сниму этот ролик и сразу же пущу в использование. И последнее, что я купила для себя, соответственно, это палеточка. Она есть у всех блогеров. Я решила, что она мне тоже нужна. Это палетка от Ellen Pro Dusty. Подвину, ну как бы так, чтобы было видно. В общем, такой смешной кассир был. Я там с кассиром очень долго общалась. Она сказала, что палетка шикарная, особенно, говорит, классный вот этот вот цвет. Но я промолчала, думаю, если бы классный был вот этот вот цвет, я бы эту палетку вообще не купила. Я покупала исключительно из дуохромов. Меня почему-то больше всего интересует вот этот вот. Уж не знаю почему. Ну, вот этот вот, наверное, розовый, прикольный. Ну, палетка известная. На Ютубе есть полно обзоров на нее. Когда положу в косметичку, точнее, когда соберусь снимать косметички, я решила взять просто тайм-аут. Не знаю, что-то не идет у меня с этими косметичками. Ну, да ладно, разговор уже для другого видео. В общем, как попробую, сразу поделюсь. 670 рублей стоила эта палетка, это с учетом скидки по карте, вроде бы так. Я знаю, что это супер бюджетная марка, а цена уже такая, знаете, вроде бы и не очень бюджетная. Ну, в общем, ладно, купила и успокоилась. Что касается подарков, как я уже сказала, вот 1300 я потратила в Лаш, остальное вот почти 30 тысяч вот на это вот все, что я вам показала в золотом яблоке. Что я за это получила в подарок? Вот такой вот пробничек от Эрбориан. Что это вообще за крем? Я думаю, что тональничек, наверное, да, оттенок Клэр. Пробник от Гарнье.
Это гиалуроновая сыворотка. Я, кстати, ее не пробовала, не покупала. Не знаю, мне почему-то флакон не нравится. Два флакончика от Lancôme Idole. По-моему, это парфюмированная только версия. И Love Estabelle. Сладкие штучки, которые я почему-то до сих пор не оценила. Ну, в смысле, как не оценила-то? Насколько подхожу, я как-то равнодушна, в общем, настаюсь к этому аромату. Я не знаю, почему, может быть, дома разношу. На кассе положили вот еще вот такой пакетик. Сейчас мы посмотрим, что там лежит. Во-первых, это пробник тональника от Estrada. Оттенок фарфоровый. Вот такая вот масочка с коллагеном. И миниатюрка этого увлажняющего геля от Clinique. Здесь, по-моему, 15 мл. Я уже не помню, когда этот гель был, что там, чего там. Но сейчас, может быть, в лето, летом в жару попользуюсь. И что меня действительно порадовало, это подарили вот такую вот маленькую пенку от Barbara Sturm. Ой, в общем, очень дорогая марка. А здесь объем 50 мл. Это, наверное, действительно стоящий подарок. Правда, если опять-таки судить по тому, сколько я потратила, то, в общем-то, не очень-то и большой. Ну, на самом деле, вот, как я уже сказала, покупки абсолютно небольшие. У меня такое впечатление, что я вообще ничего не купила. Почему столько денег вышло, я не знаю. Может быть, я, конечно, что-то забыла принести. Может быть, и так. Но, в общем, вот, все как есть, так и говорю. То есть как-то вот набралось почти 30 тысяч. Я просто в шоке. И вообще, кстати, я сделала вывод и вот по своим покупкам. И вообще, посмотрев, какие цены в магазине, знаете, 30 тысяч в золотом яблоке сейчас это вообще ни о чем. Мне кажется, туда надо приходить по крайней мере с сотней. Ну так, чтобы вот купить парфюм, который, как это сказать, что-нибудь из хотелок, потому что парфюм это 20-30 тысяч. Уход, что-то из декоративки люксовой, наверное, на сотню потянет. Но это, правда, за пределами моего бюджета, то есть вот что могу себе позволить, то и приобретаю. Ну, наверное, как и все. Надеюсь, видео было интересным, полезным и приятным. Всем большое спасибо, всем пока-пока.